Мероприятие, приуроченное к 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, в 24-й Брестской школе стартовали накануне. Военную выправку, четкость строевого шага и звонкость голосов на плацу перед парадным входом школы демонстрируют ее ученики. Первый день – те, кто учится в 6-м, 7-м и 8-м классах, во второй – 9-м, 10-м и 11-м. Главная цель мероприятия – сохранение исторической памяти, воспитание подрастающего поколения. Каждая белорусская семья и, конечно же, каждая семья брестчан имеет отношение к этой победе. Война затронула каждую семью. И наша задача сегодня – показать связь поколений ушедших героев-воинов и сегодняшних ребят. Ребята максимально собраны и предельно сконцентрированы. В деле важна дисциплина и ответственность. За каждым шагом и поворотом головы следит строгое жюри. Строгое, но объективное. Лучшие классы займут места на пьедестале. Конечно, победить хочет каждый, однако, по признанию самих школьников, участие в таком мероприятии само по себе дело важное и очень нужное. 9 мая – это великий праздник. Я считаю, что наше поколение должно учтить. Мне очень нравится военная структура, потому что в будущем я хочу связать свою жизнь с военной службой. У меня папа пограничник, у меня прадедушка воевал, дядя и с крестным, они были в Афганистане, воевали. Я считаю, это великий праздник для всего народа. Вот. Ну, я чту, допустим, память павших воинов, своих дедов, которые воевали за мирное небо сейчас, которое есть над нашими головами. Для меня это самый великий праздник, самый главный праздник в году. Организаторы инициативы отмечают, ребята с большим удовольствием принимали участие в мероприятии, усердно к нему готовились, и есть все шансы, что проведение таких смотров станет еще одной доброй традицией 24-й Брестской школы, ежегодной традицией в преддверии 9-го весеннего победного майского дня.